Для выпуска национальных цифровых паспортов Министерство цифровых технологий Таиланда и эфириум стартапов Miss Go заключили партнерство. Правительство намерено ввести систему цифровой идентификации граждан и онлайн-платежей в целях предотвращения мошенничества и защиты потребителей. Совместная работа может создать структуру, которая перевернет мир, прокомментировал сотрудничество в Твиттере основатель Miss Go Джунха Сывага. Технические возможности проекта вызывают у некоторых сомнения из-за загруженности сети эфириум. Для оптимизации сети был создан фонд Ethereum Community Foundation, который объединяет блокчейн-проекты Golem, Global Brain, Cosmos, Omisgo, Raiden и Maker.